Вот я приготовила себе овсяную кашу. Кашу я не беру быстрого приготовления, только овсяные хлопья. Они продаются и в пачках, и на развес. Это как вам больше понравится. Одно яичко. Прочитала, что яйца вареные очень полезны, ну, и для мозга, и для организма. Хотя раньше, помню, говорили, что это, ой, холестерин и так далее. Но моя мама медик, она всю жизнь у нас на столе были вареные яйца. И вот она оказалась сейчас, оказывается, права, что нужно употреблять хотя бы одно яйцо вареное в день. Очень много много статей про это. Так что можете читать, думать. Ну, вот я решила для себя, что я буду каждый день есть. Ну, и мне тем более нравится. Дальше я, смотрите, у меня всегда есть семена льна насенья. Вот они в баночке. Это семена у нас продают на развес. И вот такие семена в пачечке. Ну, не очень дорого стоят, но они всегда есть. Вы знаете, шикарная штука. Я вот кашка моя, я беру, насыпаю в нее семена, сколько вам заблагорассудится. И все. И вот это мой завтрак. Я ем кашу с семенами льна, яичко. Чайник у меня уже закипает. После этого я себе позволяю выпить чашечку кофе. Но кофе с цикорией. Мне нравится вот кофе, не кофе, а напиток называется с цикорией. Галка. Вот мне он нравится по вкусу. Я себе чашечку навожу, хочу вторую, так как кофе уже как-то из-за своего давления я могу себе позволить один или два раза в неделю выпить чашку настоящего хорошего кофе. А так я вот, как бы сказать, перебиваюсь напитком с цикория. Ну, тоже говорят, что это очень-очень полезно. Вот и весь мой завтрак. И вы знаете, на протяжении вот этих 5-6 лет я ежедневно варю кашу, уже знаю, сколько мне ложек нужно положить, какое количество воды, и я ее употребляю. Ну что, поджелудочные как бы боли ушли нормально. Как смеется моя внучка, говорит: бабушка, скоро, наверное, уже ты будешь и го-го говорить. Вы все поняли, почему и го-го. Ну, меня вот это устраивает. И вот поверьте, если вы начнете употреблять эту кашу, и вот семена льна, которые снимают бляшки холестерина, что в нашем возрасте актуально, то жизнь будет хороша. Поэтому жизнь продолжается. Всем привет! Подписывайтесь, рассказывайте, что вы употребляете на завтрак. Может быть, есть что-то более интересное и новое. И будем общаться. Всем пока. Жизнь продолжается.